В Магадане завершается асфальтирование придомовых участков, предусмотренных в рамках реализации производственных работ по благоустройству дворовых территорий в 2020 году. На эти цели из средств особой экономической зоны было направлено 100 миллионов рублей. Благодаря этой сумме в этом году удалось полностью заасфальтировать 7 придомовых территорий. Накануне специалисты приступили к асфальтированию последней дворовой территории на улице Октябрьской, 20. В связи со сложной геометрией двора на завершение работ потребуется несколько дней. Останутся работы по той же Октябрьской, там еще устройство ливневой канализации, то есть будет вырезаться, укладываться лотки для отвода вод. Кроме того, в рамках муниципального задания силами ГЛУДа будут произведены работы по отводу воды дополнительной еще водоотводной трубой. Но это такие технологические вопросы. Задача, чтобы увести воду из этого двора, и надеюсь, мы ее достигнем. Между тем, если задача будет не достигнута, у специалистов есть гарантийный срок для внесения корректировок, в рамках которого подрядчик будет обязан устранить недочеты.